В этом ролике мы покажем, как с помощью Kaspersky Safe Kids контролировать, сколько времени ваши дети проводят с гаджетами, и настраивать временные ограничения на игры и другие приложения. Для этого откройте приложение на своем устройстве в родительском режиме. Нажмите «Настройки». Перейдите в раздел «Использование устройств» и выберите, хотите ли вы только отслеживать использование устройства или же ограничить доступ к нему. Например, вы можете выбрать вариант «Блокировать устройство», а затем перейти в меню «Время использования» и задать временной интервал, в течение которого вы хотите ограничить использование устройства вашего ребенка. И не забудьте сохранить настройки. Тут же вы можете выбрать приложения, которые будут работать даже тогда, когда устройство заблокировано. Теперь на протяжении всего заданного отрезка времени мобильное устройство вашего ребенка будет заблокировано. В разделе «Приложения» вы также можете настроить защиту от нежелательных программ. Например, включить функцию возрастного ограничения для них, а также управлять доступом к приложениям определенной категории. Кроме того, вы можете задавать исключения. Для этого откройте список установленных приложений, выберите то, доступ к которому вы хотите ограничить, и укажите, хотите ли вы заблокировать его или же задать временные рамки его использования. Теперь, по истечении разрешенного периода использования, Kaspersky Safe Kids заблокирует приложение до конца дня. А при необходимости ваш ребенок всегда может отправить вам запрос на разблокировку устройства, сайта или программы. Узнайте больше о Kaspersky Safe Kids на сайте support.kaspersky.ru.